Мой избавитель, распятый и воскресший Христос, избавил душу от смерти, глаза от слез. Я хожу перед его лицом во свете живых. У него посчитаны скитания мои, он знает число их. Скажи, Господь, мою кончину, число моих дней. Оно какое, какова их завершение причин? Ты дал мне дни, подобно выпадающие пяди. Страдания земные ничего не стоят по сравнению со страданиями в аде. Сказали Давиду уста: человек живой, совершенная суета. Он ходит по земле, призраку подобно. Это сравнение правдиво и подлинно. Напрасно суетится он, собирает и не знает, останутся кому его купюры шелест и монеты заработанный звон. Чего мне ожидать, Господь, от тебя ныне? Моя надежда на медного змея, возведенного в пустыне. Рожденный от воды и духа, сказал Лабиосиф о сыне. Я посмотрел на него и жив остался навеки, ужаленный, будучи змеем в его смертной долине. Благодаря неверия, жестокосердия причине, кроме Навина и Халева, поражены были все на раскаленном сине. Все это происходило с ними, как образы в наставлении церкви, на земле которая до ныне. Если Господь обличениями будет наказывать за преступление, рассыпется наша краса. Всякий человек суетен, словно в отражении черты лица. Услышь, Господь, эту молитву, и внемли твоего народа слезам и воплю. Не в ярости твоей обличай, и не во гневе меня наказывай. В смерти нет воспоминания о тебе, кто может тебя славить в гробе? Возлюбил Господь любовью вечную, и потому дал простираться к нам благоволению. Устроена будет Израилева дева, украшена тимпанами будет она снова. Разведет виноградники на горах Самарии, сами будут пользоваться ими виноградари. Блаженны, кто боится Господа, ходя его путями. Плодовитая лоза, жена в его доме, сыновья его вокруг трапезы, похожи на ветви маслины. Блажен соблюдающий Господни законы, любящий крепко его заповедь. Тот человек блажен, он верит в испытанный камень и потому не постыжен. И будет его семя на земле сильно, род праведный благословляется давным-давно. В памяти вечной были праведники, они верят в испытанный камень Иисуса Христа. Они не поколеблются вовеки. Они верят в испытанный камень Иисуса Христа. Знай, они не поколеблются вовеки.